Представляем вашему вниманию астрологический прогноз с 6 по 12 декабря 2021 года. Овны – неделя богатых возможностей и воодушевляющих перспектив. Не исключено получение многообещающих предложений, касающихся вашей деловой жизни. Не бойтесь взять на себя дополнительную ответственность и нагрузку. Подумайте о новом источнике дохода. Тельцы. Неделя обещает быть удачной, но при условии, что вы перестанете витать в облаках и начнете сочетать подсказки интуиции с реальными возможностями. В понедельник рассчитывайте на помощь друзей, но постарайтесь не ввязываться в споры. Близнецы. Неделя полна разнообразными позитивными событиями, поездками, встречами, свиданиями. Вас ждут приятные перемены в жизни. Больше доверяйте своей интуиции, верьте в свою мечту, она осуществится скорее, чем вы думаете. Выходные обещают быть удачными во всех отношениях. Раки, вы можете порадовать себя и окружающих реализацией своих амбициозных замыслов. Осторожность и мудрость очень пригодятся вам в понедельник, когда придется разруливать некий конфликт на работе. Вторая половина недели может быть связана с всплеском ваших творческих способностей. Львы, в понедельник вам могут предложить на первый взгляд перспективное дело, в которое необходимо вложить определенные ресурсы. Но не спешите принять это предложение, стоит все продумать и рассчитать. Начиная со вторника ситуация изменится и позволит совершить рывок в делах. Девы, на этой неделе у вас появится шанс подключиться к чьему-то активному творческому процессу. Не упускайте его, перед вами могут открыться новые перспективы. Многие недоразумения и неурядицы остались в прошлом, будут налаживаться отношения с коллегами, друзьями, роднёй. Весы, на этой неделе у вас появится возможность разрешить трудный, но жизненно важный вопрос, и вы почувствуете облегчение, в работе возможен неожиданный поворот. Удачны будут переговоры с новыми партнерами, возможны также перспективные личные знакомства, ранее начатые дела будут успешно продвигаться. Скорпионы. Неделя обещает быть достаточно активной и продуктивной. Воспользовавшись обстоятельствами, будет шанс многого достичь и получить солидную прибыль. Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и умение найти компромисс. Стрельцы. Успех обязательно придет, но вам необходимо приложить некоторые усилия. Для начала собраться. Желательно направить энергию в нужное русло, а не растрачивать ее по пустякам. Меньше слов, больше дела. Козероги, на этой неделе важна будет независимость мнения. Попытайтесь обойтись без оглядки на точку зрения начальства и сослуживцев. Не откладывайте на неопределенное время выполнение своих замыслов, так как ваши идеи могут принести успех. Водолеи, на этой неделе самой важной задачей будет обретение новых деловых связей и получение достоверной информации. В четверг придется заняться бумажной работой или организацией встреч и мероприятий. В пятницу не доверяйте случайным знакомствам и будьте осторожны при общении с давно знакомыми людьми. Рыбы, маленькие трудности на этой неделе легко отступят под вашим напором, а более серьезные только раззадорят ваш боевой пыл. Не упустите миг удачи, ставьте большие цели, не разменивайтесь по мелочам.